Идолопоклонство. Какие мысли приходят вам в голову, когда вы слышите это слово? Вы знаете, я поймал себя на мысли, что для меня это понятие из очень далекого прошлого, которое просто безвозвратно ушло. Складывается такое ощущение, что идолопоклонство – это явление совершенно не актуальное в нашем мире. Однако я хочу вам сказать, что я очень ошибался в своей поверхностной оценке этого явления. Сегодня мы поговорим с вами о самом опасном идолопоклонстве в истории, которое имеет место сейчас. Более того, оно набирает свою актуальность все больше и больше. Об этом сегодня мы с вами будем размышлять. Вы знаете, социологи, которые оценивают текущее состояние общества, его развитие, характеризуют, дают, скажем так, оценку современному обществу как общество потребления. А что это такое, общество потребления? Общество потребления – это особое общество, где на первые позиции всех социальных процессов, всех процессов развития личности в том числе, становится потребление. Мы живем в таком мире, где мы потребляем все больше и больше товаров, которые по большей части нам не нужны. Основной целью человека – в таком обществе становится потребление. Мы работаем, учимся ради того, чтобы потреблять, ради того, чтобы покупать. Человек сейчас, вот в этом обществе, получил просто невероятные возможности для того, чтобы заполнять свою внутреннюю пустоту шопингом. Если тебе плохо, пойди в гипермаркет, пройдись по бутикам, и вроде как попустит. Это и есть, собственно говоря, общество потребления. И вы знаете, что любопытно, что ценности общества потребления, они, кстати, есть, эти ценности общества потребления, они отрицают, вот дальше внимательно, они отрицают всестороннее развитие человека, его духовности, повышение уровня образования и осознанности. Самый опасный человек для общества потребления и бизнеса, соответственно, знаете кто? Это зрелый, женатый, гетеросексуальный мужчина. Это я сейчас не шучу, это реальность, друзья, это реальность. Пообщайтесь с маркетологами. А знаете почему? А потому что у такого зрелого, духовного, образованного мужчины есть ответственность и список покупок, которые он должен совершить в магазине, который, как правило, дала ему супруга. И вот это самый опасный человек для общества. Вы знаете, как-то наткнулся на цитату Владимира Игоревича Арнольда. Это доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук. Он сказал совершенно потрясающую вещь, она меня просто потрясла до глубины души. Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране сознательное достижение ради экономических целей. Вдумайтесь вообще в это. Просто вдумайтесь в это. Низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране – сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает стиральных машин, автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта, Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и прежде всего доходы хозяев жизни,
Вот они и стремятся не допустить культурности, образованности, от себя хочу добавить, духовности. Если серьезно осмысливать понятие идолопоклонства, то вы знаете, мы с вами живем в самое опасное с этой точки зрения время. Потому что так, как человек сейчас поклоняется самому себе, любому идолу, который когда-то в древности, ну, был богом и объектом поклонения, можно только позавидовать. Чем больше Бог вытесняется из жизни человека, тем больше человек начинает служить самому себе. Вот это и есть самое опасное и самое разрушительное идолопоклонство в истории нашей земли. Сегодня у нас с вами особая суббота, особое богослужение. У нас сегодня вечеря. И вы знаете, вечеря, а точнее то, что стоит за вечерей, ведь мы сегодня будем вспоминать смерть и воскресение нашего Господа. Крест будем вспоминать. Так вот, крест – это самое яркое, самое сильное орудие против человеческого идолопоклонства, которое называется таким, знаете, патологическим эгоизмом или зацикленностью на себе. Чем больше человек размышляет о кресте, тем меньше он поклоняется себе. Почему? А потому что все его мировоззрение, вся система мировоззрений настраивается правильным образом, так, как задумывал нас Господь. Сегодня я предлагаю вам открыть вместе со мной одну удивительнейшую историю, которая произошла с Иисусом Христом и его учениками, которая имеет непосредственное отношение к нашей теме сегодня, теме идолопоклонства. Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, 9 главу. Евангелие от Марка, 9 глава. И мы прочитаем такой небольшой отрывок из этой главы. Начнем читать с 33 текста. «И пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвав 12, и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. И кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. При сем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновий камень на шею и бросили его в море». Вы знаете, это, на мой взгляд, потрясающая история, потому что она касается самой сути человеческого характера и человеческой природы. Что произошло? Христос, мы читаем о том, что Он проходит через Капернаум. Капернаум – это такое довольно известное место. Иисус там часто бывал. В Капернауме это был один из его, ну, пожалуй, любимых городов, судя по тому, что он достаточно часто посещал этот город. Давайте посмотрим на 33 текст этой главы и попробуем эту историю читать медленнее. Итак, 33 текст. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой». По описанию евангельскому видно, что Христос не участвовал в той беседе между учениками.
Складывается впечатление, что он шел как бы впереди, но услышал о том, что они что-то там вот между собой разговаривают, но он не участвовал непосредственно в их дискуссии, иначе бы, ну, какая необходимость была в том, чтобы он спрашивал у них, о чем вы там разговаривали вместе. Однако этот вопрос, о чем это вы дорогою рассуждали между собою, вы знаете, это просто вот вопрос не в бровь, а в глаз. Вот Бог любит задавать такие вопросы. Бог очень любит задавать такие вопросы. Почему? А потому что вопросы, которые Бог задает к нашей жизни, к нашему сердцу, они всегда касаются самой сути проблемы. Поэтому его вопрос очень-очень важен и актуален. Его вопросы, кстати, позволяют очень честно посмотреть на свою жизнь, а честный взгляд на свою собственную жизнь – это начало позитивных изменений. Эллен Уайт сказала интересную фразу в свидетельстве для церкви, том 5. «Как христиане мы в самоисследовании менее добросовестны, чем в чем-либо другом. Поэтому неудивительно, что наш прогресс в понимании самих себя очень незначителен». Шикарное высказывание. Поэтому Иисус, когда они пришли домой, сели, Он задает очень четкий вопрос, который вскрывает суть процессов, которые происходили накануне. И 34 текст нам говорит: «Они молчали». Представьте себе, да, ситуацию. Они сидят в доме, в Капернауме. После бурной дискуссии, которая там произошла между учениками, они пришли домой, сидят, и Христос спрашивает: а о чем вы там вообще так оживленно дискутировали? И раз они как воды в рот понабрали. Почему? Потому что стыдно стало. А почему стыдно стало? А Евангелие нам очень четко говорит: потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше, кто главный, кто главный в Царстве Божьем. Знаете, этот вопрос Христа и, собственно, смущение учеников намного ярче звучит, если мы прочитаем чуть-чуть выше эту историю. Давайте обратим внимание на непосредственный контекст этой истории, которую мы зачитали. 31 текст. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не уразумели этих слов, а спросить его боялись». То есть, понимаете, накануне Христос говорит своим ученикам о смерти своей, о Голгофе он им говорит. Он говорит о том, что вот-вот свершится пророчество, и он станет жертвой за все человечество. Они стесняются. Ну, во-первых, они не поняли всего происходящего, во-вторых, они стесняются. Однако вот это стеснение не помешало им в этот момент разговаривать о том, кто главный. Вот оно, братья и сестры, вот оно, друзья, идолопоклонство. Вот оно, вот его уродливое лицо. А кто главный? А что касается вот меня, как вот обстоят дела? И поэтому Христос, когда спрашивает: а о чем это вы там? Они замолчали. Потому что они были патологически зациклены на себе в этот момент. Иисус, конечно же, всю эту ситуацию видел, Он знал. Он знал, о чем они рассуждают. Он понял смысл их такого, знаете, кричащего молчания. И смотрите, что Он делает. Он делает совершенно потрясающие вещи. 35 текст. «И сев, призвав 12, и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Вы не находите, что это очень радикальное заявление?
крайне радикальное заявление. Хочешь быть первым? Ну, тогда в последние ряды. Хочешь быть главным? Ну, тогда служить. Вы понимаете, Христос переворачивает вот эту всю мирскую философию, вот эту сатанинскую философию о том, что ты самый главный вообще в этом мире. Когда-то эту идею Люцифер высказал. Насколько он был вдохновлен этой идеей, что он эту же идею о нашей главности проталкивает в сознание людей на протяжении всей истории. А сейчас особенно. Сейчас идолопоклонство не такое, ну знаете, дешевое что ли. Не такое вот грубое, наверное. Это раньше, ну, идолопоклонство поставили люди там себе, да, вот какую-то чеканную статую. Ну и пляшут вокруг нее. Конечно, современный человек посмотрит на это все, думает, ну да, дикость какая-то, да. Или, ну, максимум восхититься таким, знаете, историей, так сказать. Вы в музее, наверняка, многие из вас были в музее. Видели же там идолов? Ну, какие ощущения они у вас вызывают? Не знаю, как у вас, но когда я смотрел на вот идолов, которые в музее расположены, думаю, ну да, прикольно. Надо же, когда-то люди вот этому поклонялись. Все. Однако же, братья и сестры, идолопоклонство не закончилось с моментом, когда люди, ну, осознали, что, ну, поклоняться камешку – это как-то слишком примитивно. Суть идолопоклонства в поклонении самому себе. И вот здесь наш современный мир, он достиг небывалых высот. И поэтому вот это высказывание Христа, оно звучало радикально, но сейчас оно звучит крайне радикально. Потому что оно просто взрывает нашу человеческую природу. Это то, против чего все наше существо бунтует. Я последний. Я слуга. Так я же ж человек, не, человечище. Иисус понимал, что мы вообще не очень хорошо воспринимаем идеи, поэтому его проповедь, ну, мысли, которые он пытался доносить, часто были сопряжены, ну, с какими-то яркими примерами. Потому что яркие примеры нас впечатляют еще больше, чем какие-то, ну, сказанные метко слова. И в этот раз было точно так же. Смотрите, что делает Христос. Я просто восхищаюсь им и вообще этой историей. Смотрите, что он делает. Призвав 12, сказал им, делает радикальное заявление, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И 36 текст, обратите внимание. И взяв дитя, поставил его посреди. Я все думал, а зачем дитя? Как вы думаете, зачем дитя? Сразу чувствуется, что вы не очень понимаете, что такое ребенок. Вы видели смиренного ребенка, здорового смиренного ребенка? Я, например, вот, ну, двоих мы родили, и ни один из наших детей не был смиренным. Ну, по крайней мере, до наступления зрелости. Своевольные, кричащие, такие, знаете, вот зацикленные на себе. Вот это нормальный ребенок. И, кстати, я сейчас не стежу детей, это совершенно нормальное явление. Такие все дети, это их природа. Поэтому тут вопрос непростый, тут вопрос про то, что эта история не про это. Так почему ребенок? Я не претендую на 100% истину, у меня есть свои мысли по этому поводу. Вы, может быть, исследуете этот вопрос и придете к чему-то более глубокому или по-другому этот вопрос увидите для себя. Но я подумал о том, что, ну, почему ребенок? Почему он вот решил проиллюстрировать вот эту всю историю ребенком? Вот те из вас, кто родом из Советского Союза,
Вы наверняка знаете, помните, как праздновали ваш день рождения. Помните, да? Я вот очень помню, как праздновали мой день рождения. Мне было, по-моему, то ли 9, то ли 10 лет. Родители впервые, значит, собрали, ну, решили отпраздновать день рождения. Но только знаете, что я понял с этого праздника? Что взрослые хорошо повеселились. Вот что я понял с этого праздника. Потому что, ну, вот этот мой день рождения, это было не про меня в то время. Ну, я не виню своих родителей, просто так вообще мыслят люди. Поэтому вообще ребенок, особенно в том вот древнем обществе, ну как древнем обществе, ну да, чем древнее общество, тем, ну, меньшую ценность играла личность ребенка. Меньшую ценность. Согласны с этим? Ну, потому что, как бы, ну, ладно, это со многими процессами связано, не хочется от сути отвлекаться. И поэтому мне кажется, что Христос специально берет ребенка, потому что это было, ну, ребенок в то время, это было существо, которому вообще меньше всего уделяли времени и внимания. Это сегодня с детьми, вот родители современные, как с писаной торбой носятся, да, не дай Бог, вот мое дитя, вот упадет или коленку разобьет. Не дай Бог моему дитя кто-то что-то скажет. Ну, про родительские чаты вы сами знаете, что это такое. Что там происходит, когда на персону наших детей пытаются как-то вот неадекватно отреагировать. Поэтому сейчас, конечно, мы детей по-другому воспринимаем, но в то время ребенок это был, ну, ребенок такой вот себе, человечек, который не особо ценен был в глазах взрослых. Но для Христа, друзья, даже самый незначительный член общества имеет огромную ценность. Вот поэтому он взял ребенка и поставил его посреди, в центре. Кто был в центре? Петр, Иоанн, Иаков, Христос, ребенок. Даже не Христос был в центре, ребенок был в центре. Самая незначительная часть общества. Но для Иисуса он имел огромное значение. Дальше 36 текст, смотрите. «И взяв дитя, поставил его посреди, обняв его». А вот это очень важное действие. Вот это про то, что значит быть слугой. Это не просто такая, знаете, красивая идея христианская, к которой мы привыкли. А он взял ребенка, поставил посреди и обнял его. А что значит объятие для ребенка или вообще для человека? Те, кто имеет более тесное взаимодействие с детьми, ну, либо родители, которые еще не забыли, как это, да, взаимодействовать с детьми, хотя я вообще сомневаюсь, что это можно забыть когда-то. Либо это, может быть, преподаватели. Ну, мы понимаем, да, насколько важно это действие, объятие. Некоторые ученые, ну, пытаются считать, сколько человеку там нужно обнимашек в день, да. Ну, там разные есть цифры приводятся, но я не хотел бы сейчас на этом останавливаться. Но факт остается фактом. Нам очень важно, чтобы нас обнимали. Почему? А потому что так мы воспринимаем заботу. Так мы воспринимаем свою ценность. Нам это очень нужно. Он обнял его. Это тактильный контакт. Это воздействие на эмоции человека через прикосновение. Обратите внимание, Христос говорит о том, что, послушай, вот самый маленький человек, самый незначительный, он нуждается в поддержке, он нуждается в том, чтобы ты его взял, обнял, сделал так, чтобы он почувствовал себя значимым,
важным, а не просто каким-то второсортным человеком. Он обнял его, и это было удовлетворение его глубоких внутренних нужд. Вот этот самый маленький ребенок. И дальше он говорит: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня». Обратите внимание вот на эту фразу. Кто принимает вот это незначительное существо, тот меня принимает. Знаете, любопытно, мне стало интересно, а что значит слово «принимать», которое используется здесь евангелистом Марком? Что значит слово «принимать»? Потому что иногда слова, которые используются в Священном Писании, имеют особое значение для понимания всего происходящего. Так вот, слово «принимать» означает дословно «оказывать радушный прием, давать приют или принимать как гостя». И второе значение – «воспринимать, слышать». Сочувственно слышать, имеется в виду вот не просто слышать, ну, колебания, значит, звуковых волн, да, а слышать сердце человека, суть того, что с ним происходит, и суть того, что он говорит. Поэтому, дорогие друзья, когда Христос делает вот это действие, ставит ребенка посреди, обнимает его и говорит, наделяет вот этого малозначительного человека особым статусом, скажем так, объектом для служения, вот это величайшее действие Христа. Хочешь быть первым? Хочешь быть главным? Он апостолам говорит: позаботься о тех, кто меньше всего защищен. Сделай так, чтобы человек это понял, чтобы он это ощутил. И вы знаете, вот эти слова и действия Христа, это же, ну, это же было как гром среди ясного неба. Это было просто такое вторжение в греховную человеческую природу, потому что, ну как это так, ребенку служить, обнимать, да с какой стати, это он должен прийти ко мне. Кстати, иногда старшее поколение очень обижаются на младшее поколение и говорят: а что это дети такие стали, знаете, невоспитанные, ну там вот не проявляют знаки внимания и так далее. Простите, а откуда у них это может появиться, если это обычные грешники, у которых не впаяна вот в их микросхеме, вот, ну, головном мозге, функция почтения, уважения, любви? Ну, не впаяна, греховная природа такова. Но ребенок, так как и любой человек, способен на отклик. Когда христианин служит по-настоящему, не для селфи, а по-настоящему, вот это касается сердец. Вот это взрывает мозг. И, конечно, когда Христос говорит такие вещи ученикам, это же касается самой сути природы человека. И дальше смотрите, что происходит. Невероятная вещь. При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему». Вам не кажется, что вообще, ну, вот это вот Иоанн просто не впопад сказал? Вот лучше бы молчал, за умного сошел бы. Но хорошо, что он не промолчал, потому что вот в Иоанне как раз сработала вот эта природа человеческая. А почему сработала?
Да это банальный механизм защиты был, понимаете? Переключить внимание с важного глубинного вопроса на что-то такое второстепенное – это обычный механизм человеческой защиты. У вас были такие моменты, когда вы человеку вопрос задаете, конкретный, прямой, а он теряется и сразу тему переводит? Наверняка у каждого из вас были такие моменты, да? Почему? А потому что нам неприятно встречаться с самими собой. Потому что мы вот без Бога, без Духа Святого, без Христа, мы малопривлекательные натуры, я вам хочу сказать. Хоть и одеваться красиво научились. Поэтому Иоанн делает такой отвлекающий маневр. Христос, конечно, терпеливо им объясняет о том, как надо поступать с людьми, которые, ну, в общем-то, не ходят за ними. Он говорит, ну, ничего, не запрещайте ему, потому что никто, который именем моим что-то делает, не может вскоре злословить меня. Другими словами, он говорит, ну, подожди, дайте время, дайте время. Поэтому, дорогие братья и сестры, современное идолопоклонство есть не что иное, как поклонение себе. В какой бы форме оно ни проявлялось, это поклонение себе. И вместо того, чтобы зацикливаться патологически на себе, давайте попробуем увидеть суть того, что Христос хотел сделать для нас и в нас. Апостол Павел в послании к филиппийцам во второй главе, начиная с третьего текста, говорит такие слова. Я прочитаю этот текст в переводе Института перевода Библии Заокский. «Не делайте ничего из духа соперничества или тщеславия, но в смирении каждый почитает другого выше себя. Заботьтесь не только о своем, но и о благе других». Вот он, этот баланс возрожденного человека. «Не о себе каждый заботься, но и о других». Так говорит учение Божье. «На все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он по самой природе своей, Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался». Божественностью своею поступился и, приняв образ раба, уподобившись смертному человеку, и по виду своему, признанный всеми за человека, он в смирении своем и послушании смерть принял, смерть на кресте. Потому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше, дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили перед именем Иисуса». И во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа. Вечеря, братья и сестры, это воспоминание самого большого самопожертвования ради кого-то. Вечеря всегда нам будет напоминать о том, что эгоизм, современное идолопоклонство – это то, что противно Богу. Потому что Он пришел для того, чтобы отдать Себя ради нас. И нас призвал делать то же самое. Помолимся Господу. Господь наш, Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам возможность участвовать в вечере Твоей. Мы очень благодарны Тебе за то, что, принимая эти символы, Господи, мы понимаем, что это про Твое величайшее самопожертвование ради нас, грешных людей, не очень привлекательных. Но мы так признательны Тебе, Господь, за то, что Ты не бросил нас, не оставил нас вот в этом греховном эгоизме, в котором, Господи, мы рождаемся, живем и порой умираем.
Но твой крест показал нам другую жизнь. Твое самопожертвование показало нам другую философию жизни. И мы очень просим Тебя, Господь, чтобы Дух Твой Святой запечатлевал в нас вот этот образ, образ служения, образ самопожертвования. Не самоопустошение, но самопожертвование. Господь дорогой, благослови каждого из нас в том, чтобы, размышляя о Твоей смерти, размышляя о своей жизни, мы, Господи, могли меняться силой Духа Твоего Святого, становясь все больше и больше похожими на Тебя. Это наше желание, это наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.